День Победы – праздник не только наших прадедов и дедов, но и тех, кто младше, даже тех, кто не видал войны вовсе, ведь она задела своим крылом каждого. 9 мая по Невскому району прошла праздничная колонна «Невский парад». Торжественное шествие, посвященное 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, двигалось от улицы Джона Рида по проспекту Пятилеток и проспекту Большевиков до кинотеатра «Буревестник». Возглавляли колонну знаменная группа и клуб военной реконструкции. За ними шествовали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители районной администрации муниципальных округов. Колонну сопровождала боевая ретро-техника 40-х годов. Музыка военного времени раздавалась буквально отовсюду. Духовой оркестр играл марши, участники парада и зрители подпевали звучащим из автомобилей песням. В этот день люди разных поколений были одинаково счастливы. В колонне также шли будущие защитники нашей Родины, курсанты Суворовского, Нахимовского училищ, школьники, жители Невского района. Завершала колонну конная группа казаков. Практически все жители района вышли на улицу поприветствовать ветеранов и участников парада. Люди улыбались, приветствовали праздничным троекратным «Ура!», махали руками, дарили ветеранам цветы, поэтому хорошее настроение передавалось друг другу легко и быстро. В конце маршрута у кинотеатра «Буревестник» шествующих ожидал праздничный концерт, на котором снова и снова звучали любимые песни и слова благодарности в адрес тех, кто сделал 9 мая самым светлым для нас днем в году.